ХП не восстанавливать. ХП не восстанавливать. Какашками будете. Какашками будете. Хватит повторять. Хватит повторять за мной. Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Стаканчик, Слава, Питер, Серега, Абгай. Как всегда, очень много классных подписчиков. Пацаны, поздоровайтесь. Hello, everyone! Всем привет! Всем хай! Сегодня у нас очень классная карта FNAF 9. Я буду играть за аниматроника и гоняться за пацанами. И кого я убиваю, они тоже берут аниматроника и гоняются за другими. Если пить, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать! Бежим! Дико сошел с ума! Даю пацанам немножечко рассеяться по карте. И это еще будет ролик, где мы будем изучать эту карту FNAF 9, потому что скоро релиз по этой игре, которую я буду записывать и радовать своих подписчиков. Всем спасибо, кто подписывается на наш канал, ставит лайкосики и комментирует, потому что мы стараемся записать ролики каждый день. Все, пацаны, я выдвигаюсь вас мочить. Кого убиваю, я вам не завидую, потому что я буду это делать очень медленно. Я вижу аниматроник. Конечно, не догоню, я буду брать хитростью. Взяли специально пак Five Nights at Candy's 2, потому что они бьют только в притирку. На расстоянии не получится. Так, так, так. Главное, а кого-то одного убить, и мы уже вдвоем сможем их загонять в угол. Ага, я тпхаться не могу. А, я даже тпхаться не могу. Ты кастрированный, Дима. А ну-ка. Ты заметил, что у аниматроников, смотри, есть просто, да, бегать? Да. И на Alt чуть-чуть быстрее, а на Shift вообще быстро. Супер Соник получается у тебя. Ну да. Так, так, так. Главное как-то поймать вас. Давай, иди тобой сюда. Там челик издевается за твоей спиной, бегает, дразнит тебя. Троллите, да, меня? Троллируете. Я вас запомню в лицо. Я сижу это на углу, на корточках, смотрю, пока наблюдаю, как ты там бегаешь. Я сижу на камушке, ла-ла-ла. Сейчас аниматроником. Вас ла-ла. Есть! О! Вонючек, давай, помогай мне. Зря ты возле меня так бегаешь, я тебя убью все равно. Не убьешь. Убью, убью. Да нет, смотри. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Леон, Леон, зря ты это... Смотри, ох ты! Смотри, как дразнит тебя, сейчас это допрыгает. Да, сейчас допрыгает, а он знает расстояние, на котором я не могу убивать, он его использует по максимуму. Ну, ну. по-любому, вот! Стакадла! Допрыгался, я знаю. Знаете, есть такое выражение, понты к хорошему не приводят. Так, давайте, короче, я вам покажу эту карту. Здесь у нас, получается, будет вход, я так понимаю. И вообще, эта карта по FNAF 9, это что у нас? Кинотеатр, синема. Так, три аниматроника против четверых. Побежали. Надо вам как-то зажать их. Но есть большой мит, что они могут спрыгивать с перила этого. Так, 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 иди сюда. Я догоню, я знаю, что я смогу это сделать. Ну и пока мы изучаем эту карту, она очень классно сделана, мне нравится. Отлично! Ой, извини, блин, убил опять своего, но я что-то... Обстоятельства. Может... Кстати, я так сделаю, что вы не будете прыгивать с высоты. Если кто-то умирает, тоже берет аниматроника. Так что с высоты вы особо не попрыгаете много раз. Вы когда прыгаете, тратится 10 хп, правильно? 9 раз прыгнешь, а на 10 ты умрешь. Так, пацаны, давайте загоняем. Отлично, Неон Леон, молодец. Так, Сережечка, а где ты ходишь? А где? Я прячусь. Нельзя прятаться в темноте. Ля не, крыса. Не, не. А, я знаю, где ты. Я догадываюсь. Где? Сейчас, 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 я туда уже иду. Вот один пошел туда. А, я не могу пройти. А, вот ты где. Бежим туда, пацанчики и девчонки. А, я думал, ты тут все-таки, а тебя нету. Нет. Стекло нельзя разбить. Так, бежим. Пацаны, ну что, давайте собираемся по центру карты. Сколько нас? Раз, два, три. А кто еще? Четыре. Так, четверо. А, пять! Так, пять против двоих. Кого не убили? Сережку и. Меня. И Абгая. Ну что, пацаны? Давайте вот так вместе держаться, будем окружать. Побежали. Надо, чтобы с той стороны кто-то по той лестнице бежал, чтобы мы как-то окружали постоянно их.
Так. Сережа, я знаю, ты вот там наверху прячешься. Да, я наверху. Да ты обманываешь, значит, ты не наверху. Я знаю, когда ты соглашаешься, значит, это обман. Как ты говорил в ролике, золотое правило, не верь Сереге. Я понял, я его запомнил. Все-таки запомнил. Конечно, ребята, надеюсь, наши ролики поднимают вам настроение, потому что я когда записываю, после записи у меня просто 107% настроения. Ну где ты, Серега? Я в Караганде. Короче, заглядывайте за углы, он где-то за углами сидит. В комнате за углом. Мне кажется, я знаю, где он. Может, он в темноте вот там сидит, а? Все в темноту. Все в темноту. Вот он, вот он. Где, где, где? Вижу, вижу, вижу. Я догадался, что он в темноте сидит. Ну ты молодец, Сережка. Так, а где он, где он? Он наверху. Вижу, вижу, вижу. Давай, мочи. Так, я вижу, бежит. Я буду его с той стороны ждать. Пацаны, наверх, наверх, все наверх, да, туда. Отлично. Сережка, мы тебя убили. Остался Абгай? Вы нашли меня. А ну что, Серега, готовься. Теперь мы будем тебя троллировать. Так. Я взял охранника. Будут аниматроники гоняются за охранником. ФНАФ 9. Где ты, Сережечка? А я вон спускаюсь. Приятного аппетита. Так, ты за мной, да, решил погоняться? Да. Я же могу Бенни Хоппи, ты же запомни эти вещи. Ну, немножко стрёмно, что ты сзади бежишь, и ты можешь мне в любой момент убить. Ступеньки не работают, что такое? А там можно запрыгивать на них. Да-да, я пока буду запрыгивать, он меня уже сольёт. Давай сюда. Вот и лично. Я сам на них не могу залазить, в чем прикол, Дим. Так, Сереге, не поддавайтесь, пусть бегает все 40 тысяч минут. Бежит, бежит за мной. Дим, я ж тебя подловлю. Да не сможешь никуда ты подловить, мы быстро бегаем все. Отлично, отлично. Серега не знает, то туда бежит, то сюда бежит. Не знает, за кем бегать. Карта очень оптимизирована. Освещение сделано на высоте. Очень прикольная это, надеюсь, будет часть FNAF 9. Кто ее ждет, пишите, мы ждем FNAF 9 и посмотрим, сколько нас людей ожидает новую часть по FNAF-у. Я просто не знаю, что будет. Я когда ее, только она выйдет, я сразу куплю и буду ее записывать. Ребята, Сережка. У вас хп-то убавляется, когда... Ну конечно, ты же, кто умрет, тот берет аниматроника. Хп не восстанавливать. Хп не восстанавливать. Какашками будете. Какашками будете. Хватит повторять. Хватит повторять. Ах ты говно. Димка какаха. Серега тоже. Так. ХП отнялось. Вот говно. Так, все за Сережкой. Здесь такой блюр прикольный на высоте. Сережка бежит. Подписчиков не мочи. Все, бери. Ну, хлопцы, ну что вы, не он ли он? Теперь полегче будет немного. Давай, давай, давай. Покажи, на что вы способны. Невидимку, брат, тоже нельзя. Я увидел, кто-то в невидимке. Хорош. Да ладно, вы что, сговорились, что ли? Да. Надо сваливать отсюда, с высоты, потому что я чувствую, здесь я сольюсь. Быстрее, 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 быстрее. О, я буду как этот самоубийца на периле стоять. Кто ко мне? Ну нафиг! Пунк! Ой, у меня жизни 980 почему-то. Ай. Я не буду спрыгивать, давайте, чтоб без спрыгивания. Хорош! Отлично, чё? Отлично! Чувствую, я сольюсь сейчас. Как ты своего убил? Нет, 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 пацаны, я вас наперед читаю, так не пойдет. Слышь? Я что-то очкую вас, хлопцы. Беги, бежим, но вверх. Эх, это было рядом, это было очень рядом. Зачем вы своего мочите? Там сидит кто-то в уголку, ты прошел его сзади. Наверху сидит в уголку челик. Не верьте мне. Да я реально видел его. Реально. Это реально виртуально. А чё вы за мной все бегаете? Я помню эти серии, когда вы тупо меня троллируете. Троллируем Димаса 24 на 7. Блин!
так дернулся сильно прям. Ну блин, у меня аж слюни с рта пошли. Ой, блин, это было трэшово, трэшово. Но карта мне это очень нравится. Не знаю почему, но она меня притягивает. Будем мы на ней еще записывать веселые ролики. Ну чё, давай, я тоже пошел. Так, камеру поближе. Вижу, вижу, давайте их догоняем. Загоняем в угол. Давай, 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 окружаем, я с этой стороны. Ого, красиво, я его в воздухе добил. Ну так бывает, извини. Так, кого еще не убили? Меня, разумеется. Так, Слава Питер, да? Да. Где же ты? Я иду за тобою. Так, так, так. Вы его видите? Подсказка — тень. Shadow? Ну да. Ты, получается, прячешься в темноте. Я вижу его. Он на танцполе. Он спрыгнул туда. А где танцпол? А, вот. Вонючек. Все? Нет. Только вон вонька. Еще один. А, меня... Нет, Слава... А, умер, умер. Ну что, пацаны? Давайте разбегаемся, и сейчас будет у нас дуэль. Каждый сам за себя. Тот, кто проигрывает, не участвует. Раз, два, три. Битва началась. Ну что, иди сюда. Давай. Да ну что ты, и что ты? Ну блин, а я хотел еще дольше играть чуть-чуть. Ну что, я болею за Серегу. Серега, давай, я хочу, чтобы ты выиграл. Давай, иди сюда, давай, давай, давай. Я буду в воздухе летать, чтобы не кошмарить вас. Ай, так, а где же Серега? Так, 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 вот это вы посередине воюете, да? Да. Один на один. Серега, давай, я за тебя. Серега, ты молодец. И я тоже. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте и посмотрите мои ролики еще.